Кате Горбанюк 11 лет. 3 года назад она полностью лишилась зрения. Почему? Врачи не выяснили до сих пор. Наперекор недугу Катя учится играть на фортепиано и обожает плести в технике макраме. Сумки 3. Делаю 4-ю. Колье. Пояса много. Девочка очень самостоятельная. Работа очень хорошая. Ну, как сказать, вот незрячие дети, они немножко по-другому воспринимают весь материал, который я даю. И техника плетения у них совсем другая. В зале сотни зрителей, а за кулисами готовятся юные артисты. Это участники городского фестиваля детского творчества «Мир, в котором я живу». Заключительный концерт фестиваля детского творчества в этом году посвятили Дню матери. Сколько труда, сколько упорства нужно мамам, вот тех детей, которые здесь представлены, работы которых представлены на этой выставке, для того, чтобы своих детей воспитать такими, какими мы сегодня их увидели. В фестивале участвовали больше 1000 детей со всего города. Сегодня 75 победителей получили дипломы и подарки от городской администрации. Награды вручили и лучшим мамам Самары. Ольгу Еремину признали лучшей медицинской сестрой в Ленинском районе. Но главная ее любовь и забота – сын, который тоже участвовал в конкурсе «Мир, в котором я живу». У меня гордость вообще из-за сына, что он такой у меня молодец, что мы столько старались, столько к этому шли, потому что с диагнозом ранний детский аутизм – это очень тяжело. Но я думаю, что мы добились с ним больших успехов. Олеся Корецкая, Сергей Баскин. События.